Ну что, народ, погнали. Это Альвинус, это Диван Джорни, вторая часть, набор серий. Я не знаю, наверное, как сюда три будет. Так, побывал я, в общем, в аду за кадром. Собрал все необходимое. То есть вот эти вот на островах растут. Это под землей такие, как черничные кусты. Ну, и, короче, вот набрал все нужные компоненты. То есть вот К, квесты, Expirational One. Вот. Вот это надо было, эти глаза растут, это растет. Ну, в общем, всего понабирал. Эти вот прокладки нашел, как я их называю. Зайцев половил. Вот этих вот понабивал, как я их тоже называю. В общем, с садом почти что все ясно. Была проблема вот с этими головами визоров. Вот они, 8 штук. Потому что без... Подождите, наверное, тут. Вот. Без помощи... Как он называется... гигантского меча с палачом, то есть бихединком. Но я его прокачал, добавил бихединг, выпадала только вот эта вот пыль, юзач. Ну, правда, с помощью ее можно тоже черепа сделать. Я так и думал, что так будет, ну, типа, надо будет вот эти вот пыль выбивать, получать черепа. Но ничего подобного, сделал этот коловиц и... набил 8 черепов визор-скелета. Вот. Также благодаря этому, что я побывал в краю, в аду краю, я вырастил вот эти вот лист. Видите, надо было... Вот этого компонента не было. Потом вот эту вот Infernal получил. Надо было шляпник. То есть опять... И... Так, еще что-то надо было. А, и вот этот вот. Захлый корень. Вот надо было вот этот стелагнат, который мы видели. Вайтвуд. Ну, в общем. И теперь это все растет. Вот оно. Эти вот... всякие нужные и не совсем нужные. Вот они, некоторые растут просто на земле. Вот видите, это вот этот вот, а этому надо инфернал, по-моему, его именно садить на, ну, на такую вот специальную землю. Этот, по-моему, тоже не садится, из него семена не получается. Вот, в общем, я получил нужные компоненты. Вот. И немножко была проблема со шляпником. Вот тут вот, в этом месте. Я пришел сюда посадить этот гриб-шляпник, вот сюда. Вот, он садится. Но, думаю, ага, раз тут садится, то я его посажу где-нибудь. Ну, вот видите, там растет растение. Я думаю, сюда посажу. Тут она никак расти не хотела. Оказалось, что ему, этому шляпнику, нужно, в общем, над головой тень. Вот. Кстати, достроил свой здание, немножко увеличил. И вот как оно выглядит, растение. В общем, я пришел сюда. Ну, выровнял тут площадку, посмотрел примерно, сколько он занимает. И вот его посадил. И вот такая у нас вырастает штука. И не всегда он вырастает. Вот шляпник, мы его сюда садим. Ну и там или костная мука, или со временем он у нас как бы вырастает. И поскольку эти рецепты не очень интересные, то я уже решил на кадр... Извините, ухо чешется. На кадр решил этого не делать. То есть вот эти вот яблоки, что я говорил, тут, а их, оказывается, они не тут растут. Тут, по-моему, белые яблоки выпадают. Натура. Натура. Apple. Тут, по-моему, вот такие выпадают.
яблок из него иногда юзаю, но они нигде не используются. И слава Богу. Вот, поэтому у нас теперь задача, можно сделать вот этот вот котел ведро воды. Суцуми Кинскорчер из Незер. Для этого нам надо вот эту вот. Для этого надо пошел я поищу руды. У меня же есть эта кирка на как она? Где-то же была кирка на. Вот она, на шелковое касание. Ну, это за кадром я сделаю. Вот. И сделал, как это, поскольку, ну, началось все с того, что мне тут сверху нельзя было вот эту вот штуку поставить, решил кабель менеджмент, так сказать, сделать. В общем, сюда поверху, ну, специально тут поднял, чтобы шел high voltage везде на между двумя аккумуляторами. От них выходы на средневольтовые выходят. А средневольтовые уже идут на приборы. И, в общем, чтобы не ставить трансформаторов, я поставил вот эти вот аккумуляторы средневольтовые. Вот. И из них можно выводить, как вы понимаете, ну, вместо трансформаторов использовать. То есть выводят, а не обязательно трансформаторы ставить. Так, я тут что-нибудь жарил. А, спонги. Спонч. Ладно, пошел я поищу эти самые редстоны и вернусь. Так, докопался я вот до этого редстона, так что, ну, возьмем несколько блоков. Раз уж мы тут, так, давайте железо заберем тоже. Каменный уголь. Что у нас тут еще поле? О, еще есть редстон, редстоновая руда. Так, этот возьмем. Раз уж идем, то забираем все по пути. Этот мне пока теоретически не нужен, но возьмем. Беру, все беру. Так, это забираем. Каменный забираем. Что еще тут можем забрать? Это. Вот, и еще остался вот этот. Там еще что-то внизу. Надеюсь, это не нефтяной песок. Не знаю, может он и понадобится, но пока я его игнорирую. Так, я уж извиняюсь, так быстрее будет домой. Так, реалмитовый слиток сюда. Так. К, нам надо вот эту вот штуку. Она делается из палка и так надо раз, два, три, четыре, пять, шесть и палочка и вот этот, да? Значит, палка, вот эти штуки и где он стеритворит труба руда. Так, юзать, что из него можно сделать? Из него сделать можно пылающую ярость, но для этого надо дикий огонь, как раз из него падает. Юзать, что это будет? EMC есть, ну, ай, вот это же на 26 урона. А это 25. Ну, это будущий кандидат на этот самый, на более мощную кирку. Так, давайте вот это сделаем, чтобы потом не забыть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А то ж я редстоун куда-нибудь растрачу весь. Так, это сюда. И так, давайте уберем это все, что мне не надо. Сделаем сразу эту самую еще одну ярость. Сколько у этого урона? 12. Да, это вообще ни о чем. На данный. Не понял. А, во.
Так, и нашел Эндерсворд. Выпадает он из этих темных лордов в аду. Делается он как-то так. Ну, у него такой, не знаю, для чего он нужен, но я его, короче, починил. Чинится он этими. Ой, как же они называются? Чинится он. В общем, он чинится. Эндерперлами. Забыл это слово. Так, это сюда. Из тебя что-нибудь можно сделать? Ну, на данном. Палящий меч 20. Ну, такое себе урон в дальнем бою. 100 выстрелов. Не особенно полезно. Камень здоровья не надо. Замороженный заряд тоже не надо. Ну, ладно, отложим. Это на данный момент зелье отравления. Убрать это сюда. Это вызов босса, это надо в ад идти. Так, запросить. Получили. Его убить. Оранжевый канистру, то есть неплохой такой вариант. Вот, и потом я, судя по этому, вот, Golden Mass Destruction, мы получим, так, да, мы сможем сделать золотая ярость, которая, насколько я понимаю, вызывает этого кузнечика. Ну, как он называется, этот первый босс. Вот, первый босс. Так, а для чего нам ведро дали, тука? Сумонты, Скорчер, Эксплорер, Тазис, Вор, Дом, Вич, Фирибал, Солнце, Дефенер, Тенс, Фурифай. Ай, вот это. Крафт, Инфернал, Флейм, Люкан, Туса, Тусумон, Кинту, Скорчер, Ненет. А котел и ведро воды. То есть, типа, если я залезу в этот котел с водой, то он меня не подожжет, что-то такое, да? Ну, тут понятно, тут надо этого убить. Так, это я еду сделал. Не знаю, хочу попробовать, что это такое. Хотя, поскольку это еда, это мы кладем сюда. Я это только попробовать хочу. Так, это сюда. Ну, у нас ночка. Ставил еще шайдеры, но мне не очень понравились. С ними чуть-чуть все же. Шайдеры — это зло на Майнкрафте, если вы не в ванилу играете. Давайте покажу свою хату. Ну, как хату. Ну, подвисла опять, так что не знаю, что там вы видели. Вот, ну, сделал себе вот такую вот коморку на будущее, не знаю для чего, но что-нибудь придумаем. Потому что Томкрафт я собираюсь вот там вот развивать в будущем. Здесь будет этот самый кровавая магия развиваться, там Томкрафт, Фомкрафт, а тут, ну, может, машины будут какие-то, я не знаю, что там. По идее, нам сейчас подойдут этот маш, этот механизм сейчас пойдет. Вот. Тут я все подготовил для создания, и только еще надо вот эти вот выложить 3 высоковольтных конденсатора. Они нам пригодятся, но я думаю, на данный момент закончить с этим, ну, если получится, с как он называется, блин, черт побери, с рутом. Вот это мы нам сумка апотекаря. Так, золотой блок. Надо еще взять. Так, золотой блок. Так, сумка аптекаря. Это есть. Назад, дальше вот этот смесь споры костюм. Вот эти стрелы надо еще сделать. 6 штук делаются, да? Вот это надо будет делать. Смесь вот этого назад. Ладно, я пойду вот эти вот все штуки делать за кадром. Ну, вам-то, наверное, не очень интересно смотреть, как это. Ну, тут все понятно, да. И потом, наверное, вернусь, когда я начну вот эти делать.
То есть, в принципе, тоже ничего особенного. Стальная кирка, вот эти вот. Ага, бабака, нужна бабака. Бабайка. Где это начатый? Вот он. Ладно, пошел я это все делать. Так, значит, делаем стрелу. Стрела жизни. И с помощью ее делаем заклинание. Так, делаем заклинание. Так, получили, да? Где оно? А, вот оно, смесь заклинаний. Делаем К следующее заклинание. Так, за него можем прыгучесть или стремительность. Давайте прыгучесть, наверное, намного лучше будет. Так, К назад. Вот это я сделать не могу. А, не, вот это я могу. Так, тогда делаем вот это. Так, получили, да, зелье заклинания. Это сюда. И так, и получаем за него приз укрепитель, запросить. Так, вот это я, по-моему, не могу сделать. А, не, это я тоже могу сделать. Хорошо. Так, компоненты положены и получены. К. Незериты, вот этих вот мне камней сложнее найти. Так, вот этот, наверное, да, вот тут есть чуть-чуть проблема. Мне надо зелье отравления 4 уровень. А он получается в этих вот станках. А станки получаются очень сложно. Я его. Для этого мне надо распределитель жидкостей. Дистиллятор основной. Для этого константан. Вот это надо, это надо. То есть я не понимаю, как это, почему это тут так такое произошло. Но у меня нету такого зелья отравления. Хотя, может, и подойдет простое, но сейчас проверим. Так, а последний крафт. Так, давайте возьмем вот эти вот. Алюминиевая рукоять, большая пластина, лезвие меча. Давайте пластину запросим. И вот тут зелье огнестойкости запросить, да? Спасибо, конечно. А вот последний вот эту вот кислотную назад дефоксид клоуд я не могу сделать по одной простой причине. Тут нужен эндер щит, который требует он сколько компонентов для этого. Эндер отрубатель тут, это, в общем, до хрена чего. Он даже этот сплав нужен. Craft Oxide Spell Dust. You infuse it in stuff you hold at this can all специальных этмодесонограбли леча. Короче, они не дают вот это вот доделать до конца. Это вы сможете сделать потом. Ну ладно, потом. То давайте сумочку эту. Ой, не К, а сделаем так. Так, сумочка готова. Автоматически собирает травы с земли, пока не наполнится. Можно отключить конфигурации. Ясно, ее можно как-то открывать. Так, эти, наверное, положим обратно. Это сюда. Смеси сюда, какие смогли. Так, К. У меня с аметистами проблема. Может случиться, поэтому лучше аметисты. Ну, возьмем их, конечно, можно набрать, но вырастить их, по-моему, никак нельзя. Ну что, вот это все мы сделали. Осталось вот эти вот кирка, металл, лопата, топор, мотыга. Ну, пошел делать. Так, пока я собираю компоненты, я подумала, что посмотреть. Вот этот манюлиновый я сделал. Может, его улучшить можно? Так, 1300 урон.
1200 невыгодно, и алюмайтовая рукоятка 1700 чуть-чуть увеличивает, да? Магнетизм 2. Ага. Давайте улучшим. Вот. А эти, наверное... Ладно, отправим пока сюда, пускай тут лежат. Вот, чуть-чуть улучшили. Вот, у меня мотыга это. К ним добавим компоненты и получим нужные нам вещи. Так, и вот тут еще, по-моему, надо то же самое сделать. Так, да, стальной меч, лук, стрела. Стрела жизни сделана. И обычный рюкзак. Ага, ясно. Сейчас. Так, все компоненты подготовлены. Вот они, 8 крафтов будущих. И сумка. Для сумки... А, сюда что-то заложить можно. Ну, короче, переносная сумка. Если сюда тут можно положить, то было бы замечательно. Да, ее как-то открыть можно. Автоматически травы. Ноны. А, то есть у меня не запрограммировано. Ладно, пускай будет. Пошел я вот эти вот все... Ну, они везде одинаковые, отличаются только вот этот компонент. Так что пошел я крафтить. Так, серия крафтов прошла. Вот, сготовил вот эти вот все компоненты. Хотя у меня уже были готовые, как они называются, стрелы. Но я их еще раз повторил. Так, ну что, теперь можем за это все получить. Чародельная книга. Тут ничего... А, дополнитель. Острота или сила? Давайте остроту возьмем. Так, это нам для зачем? Что нам дали? Прочность, острота. Так, исходим отсюда. И вот эти, да? Чародельная прочность и... Эффективность, удача. Ну, давайте удача. Удача на... В смысле... Я что? Удача, да? Запросить. Ай, мотыгу я не сделал. В смысле? Сейчас. За кадр. Хотя, подождите. А, я, наверное, не показал, да? Черт, я, наверное, запутался уже, что у меня включено, не включено. Ну, ладно, вот сейчас. Надо было вот эти камни, и мне раз, два, три, четыре, пять надо перетереть вот в этой ступке. Так, отдавайся, это сюда. В смысле одна? А, по одной кладется. А, ну можно было сразу много ложить, ну. Так, 5 этих есть. Раз, два, три, четыре, пять. 5, я сказал, этих есть. Это мы кладем сюда. 2 в уме, 5 запоминаем. Так, и что там надо было еще? Мох. А, мох. 5 муха. Раз, два, три, четыре, 5. И эмеральды. Сейчас вернусь. Ай, вот оно что, я 2 кирки нечаянно сделал. Ясно, ну что, тут дальше у нас крафт простой. Подкладываем и получаем. Да, вот наш меч террасталевый какой-то там, топор, ну и так далее. Так, квест комплит, мы это получили. И что-то мне тут писало, что-то брейк там. Так, получить изумруды. То есть нам изумруды вернули. Ну, спасибо, конечно, ну да ладно. Ну, я так понимаю, последняя операция вот эта. Этот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что-то еще будет. Даггер. А, алмазный нож. Так, рун это обсидиан на этот раз нужен. Да, везде он... А, нет, тут разный.
аметистовый меч. Так, это есть. Аметистовый сделаем. Аметистовая кирка, аметистовый топор, аметистовая лопата, мотыга и вот это. Так, то есть неизменные компоненты лис луноцвета, да? Не, вот это и это кожа феи. К. Аметистовые делаются карунет. Палка. А, любая палка. Вот это нам надо. По-моему, одного хватит, да? 13. Ну, я надеюсь, хватит. Так, что тут? Вот это можно пока выкинуть. Рунет обсидиан. Рецепт. И нам надо компресс от обсидиан. Три рунных кам. Вот эти вот пыли надо. А нам их надо сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Каждый руны обсидиан. И там, по-моему, сжатый обсидиан нужен. Ладно, пошел я готовить компоненты. Тут это долго. Так, набрал я компонентов. Посмотрим, вот этот даггер ему подойдет или нет. Интересно. Этот. Подождите, алмазный даггер. Это и, по-моему, вот это. Не принимает, да? К еще проверим. Да, вот так должно быть. Нет, этот не подходит, он испорчен.